Привет, народ, Даня, Зев с вами, вот такой вот шапочки с бородой, почти Дед Мороз. Как и обещал, буду вести свой видеоблог, в котором буду делиться разными мыслями с вами, вообще рассказывать о планах команды, о том, чем занимается команда, что она делает. Также буду говорить с вами, это будет ежедневный, планирую делать видеоблог. Также буду с вами разговаривать о чемпионатах предыдущих, предстоящих и вообще о тенденциях Counter-Strike. Итак, начнем. Ну, на данный момент мы можем подвести небольшие итоги. Прошел чемпионат один, прошел чемпионат второй, DreamHack и ESEA. Ну, DreamHack вы сами все видели, ребят. На DreamHack мы заняли только всего лишь 3-4 место. Разделили эту участь с командой Virtus.pro. На DreamHack вообще, когда мы тренировали все на буткемпе, мы сидели рядом с командой Virtus.pro. И я смотрел за этими ребятами. Эти ребята действительно показывали очень классную игру. И могу сказать, что я был уверен, что они выиграют вообще этот турнир. Почему-то, не знаю, они шли к этой победе как-то уверенно. И они в жесткой борьбе на самом-то деле проиграли команде NiP, которая, конечно же, в родных стенах. Не знаю, как они сумели потащить этот нюк. Это что-то было нереальное. И NiP, конечно же, заслуживают финала, очередного финала, да, 4 чемпионата крупных за год. От НиПов 4 финала, 1 победа. Это наилучший результат на данный момент. Ребята молодцы. Но поляки все-таки, да, проигрывают. Мы проигрываем команде LDLC. Сами все прекрасно это видели. Ну и в финале НиПы в жесткой борьбе на решающей карте на допах уступают команде LDLC и занимают свое все-таки заслуженное второе место. LDLC, наверное, как-то непонятно, как-то им далась эта победа. Они играли спокойно, каждый раунд им нечего было терять. После того, как команда Fnatic снялась, кстати, тоже важное событие с турнира, LDLC вообще ничего не поняли. Для них это было неожиданно. Естественно, они поймали сразу какую-то, получили мотивацию. С нами в игре поймали кураж. И уже в финале шли, так сказать, до последнего. Шли до конца и смогли выиграть у команды NiP. Молодцы ребята. В правильном направлении развиваются. Показывают классную игру. Удачи. И думаю, что мы еще увидим от них хорошую игру, но уже не против нас. Чу, камушек в огород. ЛДЛЦ. Дадим им, дадим. Команда Fnatic. Конечно, если бы не победа команды Fnatic на ESEA, то, наверное, у них были бы очень серьезные проблемы в плане, ну, так сказать, какого-то авторитета, да, какие организации, так и команды в целом, потому что эти читы с флюшей, весь, все эти разговоры, действительно, очень много моментов с этим связаны. Это их снятие с турнира, причем оно, ну, не до конца обоснованное, вообще непонятно. То есть они как бы вроде ушли красиво, но могли спокойно сделать переигровку. То есть для меня не до конца непонятно. Все-таки им по делу все предъявили. И поэтому странно, конечно, они себя повели. Но в любом случае для них была очень важна победа на ESEA. И что мы можем с вами, какой мы можем с вами сделать вывод? Давайте вот про ESEA. DreamHack закончился. Virtus.pro. Титаны. Fnatic, много классных американских команд, приезжают на чемпионат в Америку. Virtus.pro с небольшими трудностями, но уверенно идут в финал. Показывают ту игру, которую они тренировали к DreamHack. Fnatic с большими трудностями, в игре, в которой имели очень большие шансы проиграть команде Титан и просто вылететь, я так понимаю, с турнира на допах, на Инферно. Все-таки вырывают эту победу, выходят в финал. И Best of 3 без шансов по счетам 4-0 по картам выигрывают у Virtus.pro. Для меня это неожиданная была победа. Я не знаю, что произошло. Virtus.pro играли
мягко говоря, ужасно. Мягко говоря, ужасно. На самом деле, действительно, ребята показывали не тот Counter-Strike, который они умеют играть. Может, они поругались, может, и не покушали, расслабились. Может быть, настолько жестко собрались фанатики и имели какое-то давление, которое, ну, прессинг какой-то, который мы не чувствовали, чувствовали ребята из Virtus.pro. Мы не знаем до конца, что произошло, но Даня в шапке, и Даня был уверен, что выиграет команда Virtus.pro. Они должны были это сделать. Но Фнатикам нужна была эта победа. Она для них была очень важна. И, конечно же, я поздравляю этих ребят. Они молодцы. Они заслуженно победили. И для них это было очень важно. И они это сделали, скажем так. Сейчас, на данный момент, мы... Ну, чемпионат закончен, впереди есть отборочные на классные турниры. Пока что мы дома, в ближайший месяц я буду, мы все по домам. Я также буду дома, буду стримить, тренировать. Следите за новостями, ребятки. Мы сейчас поменялись в команде некоторыми позициями. Я сейчас, допустим, держу базу Б на Инферно. Мы поменялись с Сережей Стариксом. Сережа Старикс держит теперь базу А. Мы готовим новые фишки, новые расклады. Об этом всем я расскажу вам в следующем своем видеоблоге уже завтра. Сегодня 09.12. Без 5.12. Данька идет отдыхать. Я всех целую, всех люблю. Дед Мороз, Данил Зев с вами. Следите за новостями. Классные будут тренировки на этих выходных. Мы будем делать как мини такой турнирчик. Вся информация есть в группе Зевс Киберскул. Если кто-то хочет записаться, запишите мне в личку. Всем пока. Данька Зев с вами. Покеда.